Первый этап заключался в разработке стоп и суставов у этого самого комбайна. Также мы видим по эскизам внедрение сердца, кстати, оно было из печенья, легкие, аналог пищеварительной системы и все остальное, кроме рук, который ученый оставил самым последним этапом. Но самое интересное, что в середине альбома мы видим усовершенствование ножниц, а значит, последний этап был скорее вспомогательным. И для самого изобретателя было важнее создать полезную машину, только умную, чтобы она включалась не нажатием кнопок, а желанием самого робота.